Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта! Приветствуем вас в планерном раю! Сейчас у нас зона конвергенции, мы пытаемся показать вам красоту прибрежных районов. Вот это зона столкновения северного здесь ветра, вот он дует справа, и южного бриза, он слева. Ну и сейчас вы можете полюбоваться на линию берега. Сейчас она откроется, мы вдоль облака пройдем. Но пока, конечно, кайф полный. Вот так вдоль этой облачной стенки летать просто фантастика. Сейчас я вам покажу море. Купайся в облаках. Смотрите, море! Эгегегегей, море! Красота какая, а? Только нам высоко здесь нельзя, пониже пускай. Да, чтобы не нарушать. Вот оно, море. Вот она пошла, береговая линия. У нас залет стоит, Докан 24 километра. Оп! Вот они, смотрите. Представляете, как можно на планере зажигать? Эй! И мы сейчас прыгаем вот под эту облачность. Да, нам еще надо будет спуститься успеть. Дальше все достаточно сложная зона. Нам надо будет идти против ветра, набирать постоянно. Пока вот такая халява. Как красиво. Что, еще чуть пройдемся? Так, что у нас с Airspace'ом? Пока мы в зоне, где... Так. Нормально. FL65. Как раз таки идем. Не превышая. Но сами понимаете, что это меньше 2000 метров. То есть так, в общем-то, так тревожненько. Но зато у нас стоит долет. Сейчас скажу. Долет 23 километров до Акан. На 1000 метров приходим, если бы хотели на Каннах приземлиться. Ну, вот такие вот красоты. Ну, конечно, наверное, по сравнению с боевыми нашими горами, красоты так себе. Но просто поверьте, что здесь настолько редко удается полетать, так что полюбоваться морем. На самом деле, можно до холма дойти дальше, потом можно еще дальше, но надо связываться с вечерами, что я делать не люблю. Вот стеночки такие. И вот видите разницу кромки облаков? Вот облако одно висит, там где-то 2,5. И вот нижние облака от бриза, совсем низко. 1800, чтобы вы понимали. Ни о чем. Но зато кайфово можно летать. О, какой плюс. Закрылок на единицу. Оп. Можно летать и любоваться морем. Эй! А вот облака как лежат. Бризовые. Ой. Ой, как пахнет вкусно морем. Японский ты бог. Ух. Ой-ой-ой-ой-ой! Слушайте, даже не поверите, вот посмотрите. Форточку я открыл. Божественно! Море! Море пахнет! Так, не вылетели мы с Airspace, нет? Еще не вылетели. Вот уже, видите, приводные шарики стоят. Аэродромчика. Вон, собственно, аэродром-то виден. Ну, на этом, так сказать, пора и честь, знаете, надо валить отсюда. Ой. Эх! Помчались в обратную сторону. Вон, там, видите, гроза даже стоит, творилась какая-то. Все, нам теперь домой. Ну что, совсем откланиваюсь. Слушай, запах прямо реально, облака пахнут морем. О, это первый раз в жизни такой чуть-чуть. Нет, второй. Арривар!